Друзья, рад приветствовать вас на моем канале, и в сегодняшнем видео я хочу вам показать несколько весьма интересных наборов бит, торцевых головок и сверл от компании Greenworks. Итак, набор бит, торцевых головок и адаптеров в кейсе 40 предметов. На тыльной поверхности мы видим детальную информацию о комплекте поставки, то есть каждая бита здесь подробно описана, в каком количестве они идут. В принципе, все весьма наглядно и очень удобно. Набор включает в себя 40 предметов, которые специально подобраны для обеспечения высокой производительности при работе в мастерских и на строительных площадках. Комплект состоит из бит, торцевых головок и адаптеров, которые выполнены из высококачественной стали S2, и это обеспечивает их долговечность и надежность в эксплуатации. Обратите внимание, как хорошо все продумано внутри комплекта поставки, то есть мы имеем свободный доступ к любому из элементов комплекта, и причем достаются они все достаточно легко. В комплект входит 21 бита длиной 25 мм, это для самых распространенных видов крепежей, включая PH, PZ, шестигранник H и плоские SL биты. Также здесь имеются биты с торцевым шлицем T. 13 бит длиной 50 мм с торсионной зоной для эффективного поглощения избыточного крутящего момента и защиты рабочей поверхности. Обратите внимание, какая насадка, держатель для бит. Она у нас магнитная, имеет возможность удлинения, то есть мы можем фиксировать с ней саморезы, и они не будут болтаться при работе с крепежом. Также в комплект поставки входят 3 торцевые головки с шестигранным хвостыком 1/4 дюйма, 6, 8, 10 мм и 2 адаптера для торцевых головок 1/4 и 3/8 дюйма. Еще раз хочу отметить, что все элементы комплекта поставки удобно расположены в ярком и прочном кейсе, который обеспечивает надежное хранение всех элементов и удобную их перевозку. Можно сказать, это базовый набор, который необходим для работы. И давайте мы с вами сейчас постепенно переместимся к более продвинутому набору, который содержит в себе большее количество элементов. Выбирая между набором 40 и 70 инструментов, стоит рассмотреть объем предстоящих работ и требуемое разнообразие инструментов. Набор на 70 предметов Greenworks является более универсальным и функциональным решением, способным удовлетворить потребности более требовательных пользователей. Оба набора изготовлены из стали S2, однако увеличенное количество инструментов в наборе на 70 предметов предполагает, что пользователь получает больше высококачественных инструментов, способных выдерживать интенсивное использование. Данный набор включает более широкое разнообразие бит, как по размеру, так и по типу рабочей части, включая Philips, Posidrive, Torx, прямую шлиц и шестигранные насадки, что позволяет пользователям иметь под рукой необходимый инструмент для работы с различными видами крепежа. Безусловно, здесь имеется удобный битодержатель, который имеет возможность удлинителя, скажем так, магнитное крепление. Также здесь имеются дополнительные адаптеры торцевых головок различных размеров 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, а также специфический адаптер 5,5 на 5 мм. Все это расширяет возможности использования данного набора с различным электроинструментом и делает его более гибким в применении. Наличие большего количества бит с торсионной зоной в наборе на 70 предметов увеличивает эффективность работы, снижая риск повреждения крепежа и бит благодаря способности компенсировать избыточный крутящий момент. Повторно хочу остановиться на кейсе. Он весьма интересный, позволяет получить легкий доступ к любой из бит. Конечно, доставать биты, которые стоят лицом на нас, не слишком удобно, но в принципе можно воспользоваться плоскогубцами либо еще каким-либо инструментом, и никаких сложностей возникнуть не должно. Визуально, если посмотреть на два набора, выглядят они вот таким вот образом. Набор сверл Greenworks. Это комплексный набор инструментов для сверления, предназначенный для работ с широким спектром материалов, включая сталь и литую сталь, как легированную, так и нелегированную. Серый чугун, цветные металлы, пластик, все это можно сверлить при помощи данного набора. Важно отметить, что данный набор не подходит для сверления алюминия. Сверла изготовлены из быстрорежущей стали HSS, покрытой нитридом титана. Это сочетание обеспечивает высокую прочность и износостойкость сверл, а также улучшенное скольжение и меньшее трение при сверлении, что безусловно ведет к уменьшению нагрева и, как следствие, увеличению срока службы инструмента. Как вы видите, доступ ко всем сверлам весьма удобный.
Откидные пластиковые накладки позволяют получить доступ как к переднему, так и к заднему ряду сверл. Важная особенность – это шестигранный хвостовик, 1/4 дюйма. Это обеспечивает удобное и надежное крепление в патроне или в шуруповерте, а также быструю смену сверла без дополнительных инструментов. Угол заточки здесь составляет 135 градусов, что является поперечным шлифованием. Такая геометрия заточки обеспечивает оптимальное начало сверления и повышенную центровку, что важно для точности и качества сверления. Собственно, центровку мы с вами сейчас увидели. Важно отметить, что набор включает в себя 22 сверла различных размеров, от 1,5 до 8 мм, позволяя выбрать подходящий инструмент для различных задач и сложностей, и также точности. Как я уже говорил ранее, сверла представлены в диапазоне диаметров от 1,5 до 8 мм, но важно отметить, что наиболее часто используемые в бытовом применении сверла представлены в двух экземплярах. Ну и безусловно, на шестиграннике у нас имеется маркировка диаметра сверла. Это опять же очень удобно. Ну что ж, еще один набор — это сверла битой коронки на 60 предметов от компании Greenworks. Поставляется в достаточно большой коробке, пластиковой коробке. На тыльной поверхности есть информация о комплекте поставки. Верхняя крышка полупрозрачная. Ну и, собственно говоря, давайте посмотрим на сам комплект. Он здесь достаточно обширный. В целом можно сказать, что данный набор является многофункциональным решением для выполнения разнообразных работ по сверлению и закручиванию, а также других операций в мастерской. Набор содержит в себе большое количество разнообразных сверл. Это сверла для работы по дереву, в частности перьевое сверло, 4 спиральных сверла из закаленной стали с центрирующим наконечником для точного сверления по дереву. Также имеется 4 ударных сверла с твердотельной накладкой для работы по бетону. Имеется сверло по металлу HSS сталь. В наборе присутствует 19 сверл, угол заточки у них составляет 135 градусов. Что это такое, мы говорили об этом с вами ранее. Сейчас у меня в руках коронка по дереву диаметром 54 мм для выполнения больших сквозных отверстий в деревянных материалах. Собственно, для этого она и предназначена. Помимо всего прочего, в комплект поставки входит твердосплавный зенкер для обработки краев отверстий и рифленый керн с закаленным наконечником для отметки центровых отверстий. Теперь, что касается хранения инструмента. Как вы видите, весь инструмент зафиксирован в специальных пазах и достаточно хорошо фиксируется. Никаких отщелкиваний самопроизвольных не происходит. Вот, в частности, бур по бетону. Здесь их несколько размеров. На что хочу еще обратить внимание. У производителя имеется более обширный набор, который включает в себя не 60 предметов, как в данном наборе, а 90. То есть, если у вас есть потребности в более расширенном наборе, безусловно, можно рассматривать его к приобретению. Что касается набора бит, безусловно, здесь он имеется. Имеется и магнитная насадка-держатель для бит. Собственно, все самое необходимое для работы в хозяйстве здесь мы можем найти. Обратите внимание, биты держатся очень хорошо, они не вываливаются, магнит мощный. Ну, сейчас я демонстрирую вам торцевую головку. В комплект входит 6, 7, 8, 9 и 10 мм. Ну, собственно говоря, все самое необходимое в данном наборе мы можем найти. Не буду скрывать, я давно ожидал появления подобных наборов от компании Greenworks, потому как являюсь давним поклонником данного бренда и активно использую их продукцию. Ну, собственно говоря, на этом у меня все. Если у вас остались какие-то вопросы, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под видео. А на этом ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. Всем пока!